Всем привет, друзья! И вы попали на мой канал, и сегодня у нас республика Бемельный сюрприз. Свет. Так, как его поставить? Так. Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал, и сегодня у нас обзорчик на пятый каталог. Вот так он выглядит. Это каталог с Наруто. Это первый раз нарисовала его. Вот так он у меня получился. Наруто Узумаки. И здесь потайной карманчик. Но я туда ничего не складывала. Сори за красные руки. Я просто сейчас таскал пакеты. Вот. Этот каталог пятый. Мы его закончили, конечно, не до конца. Может быть, когда-нибудь я закончу его до конца. Но это не точно. И давайте перейдем к первой коллекции. А здесь моя Ава с Ютуба. Потом дальше у нас здесь со старых пакетиков с 4-го каталога. Да-да, а первая коллекция, коллекция My Bottle. Это ингредиенты были фундук, мед, малина, замороженное, киви и банан. Конечно, я здесь заклеила, чтобы не вываливалось, но здесь вот киви, банан, мед, там орешки и малина. Это был первый My Bottle, также был второй My Bottle, да. My Bottle вот такой второй, здесь была нужна вода, ананас, кубик льда и сок. Сейчас покажу вам, что здесь было. Так, ананасик вот такой вот, потом кубики льда, вода и... сок любой. Вот я нарисовал апельсиновый. Я не знаю, просто такие были ингредиенты в Пинтересте. Да. Следующая коллекция была Акинатор. Мы в прошлом видео закончили вторую часть. Да, я решил сделать вторую часть. И вот так вот у нас получилось. Вот такие. У вашего персонажа есть сестра, да. У вас персонаж женского пола. Ну, здесь вопросики можете почитать. Эту, кстати, идею я взял у Нелли Гомес. Вторую часть тоже. Я думаю, вы видели. И это был Диппер из Gravity Falls. И, возможно... я сделаю третью часть, но уже в другом каталоге, не в Читас. Хочу в другом уже каталоге сделать. И далее коллекция была яичный желток. Так, сейчас сделаю себе удобненько. Яичный желточек была коллекция. Здесь попадались яичные желточки. Я могу сделать, конечно, вторую часть, если найду. Вот. Эту идею мне предложил Мир Бумажек, у которых сейчас куча подписчиков. Да, Мир Бумажек, она для всех своих подписчиков предложила эту коллекцию. Ну и я решила сделать. Вот, первая страничка и вторая. Мне больше нравится вот этот и вот этот. Я тогда решила попробовать порисовать карандашами. Да. И сейчас начинаю опять с ними экспериментировать. Ремешки. Эту коллекцию мне предложила Дада 15. И вот такие ремешки. Я хотела сделать вторую часть, но потом передумал. Может быть, когда-нибудь сделаю тоже. Тоже оригинальная идея. Дарвин and Гамбл. Здесь был Дарвин. А здесь был Гамбл. И вот так у меня получилось. Возможно, я тоже сделаю вторую часть. Да. Не знаю, подумаю. Дальше. 24 часа в одной комнате челлендж. Это я взял с Ютуба. У всех блогеров было там 24 часа в хоккейном клубе, 24 на футбольном поле и так далее. Я решила сделать в комнате. Утром мы жарили на электричестве, ну, знаете, на газовой плите. Жарили панкейки. Потом смотрели, играли в телефон, смотрели ТикТок. Днем мы дышали свежим воздухом, открывали окно. Мы такие, вау. Потом мы рисовали, кушали. Потом из маски делали, ой, из носка делали маску. Это тогда был популярный лайфхак, да. Потом мы кушали. И вечерком мы смотрели Netflix. Вообще хорошо. Коллекция Starbucks, напиточки со Starbucks.
Мне не очень нравится эта коллекция, потому что, ну, не очень. Максимум мне нравится вот это я рисовал. Ну, в общем, вот такая коллекция. Далее перчик. Это были стикеры. Вот. Но я в этом коллекции уже не сделаю. Перчик. Вот такие. Мне очень понравилась эта коллекция. По оформлению вкладыша, по самому этому перчику, он очень прикольный и смешной. Слайм челлендж. Это был слайм челлендж. Мы здесь. В первом видео нам попались слаймики. А потом я проиграл, потому что мне больше всего еды попалось. А у меня только блестки попались, и все. Остальное у меня еда. А у вас только мишка. А это у вас... я забыл, как они называются. Виджики такие. Ну, короче, да. Стикер-пак ВК. Стикер-паки ВК. Вот такие здесь были стикер-паки. И да, это мне привезли тогда новые маркеры. Они были вообще краш. Сейчас они уже понемногу заканчиваются. И я мечтаю заказать 168 цветов. Да. И вот. Это стикер-пак. Да. Стикер ВК. Так. Далее коллекция была... Герман Черных, тиктокер популярный, я тогда был его фанатом, да, он мне тогда нравился, его песни были краши, но сейчас он мне что-то перенравился, я теперь не увлекаюсь, я больше эдиты теперь делаю, чем графики тиктоки. Вот. Добряк. Добряк это такой анимационный блогер. Вот, возможно, когда-нибудь я даже сделаю вторую часть, не знаю. Можно, кстати, сделать ряд вторых частей в каталоге моем, там, можно сделать, там, бла-бла-бла. Вот. 3-4 коллекции можно сделать по вторым частям, да. И вот такая коллекция у нас получилась, просто смешной стикер. Далее были аватарщики, надо было найти отличия вот в этих двух страничках, они здесь есть. Их вроде бы 5, по-моему, да, их 5. Я уже вижу одно, 1, 2, 3... 3. Не вижу больше. И вот, у нас Сабина Диавай выиграла и Nike. Вот. Далее тоже прикольная коллекция от моей сестры. Скоро, возможно, она мне тоже опять сделает коллекцию. Это Боб, Мурзила, Дуболот. Это КСЛКС, такая игра есть. Вот. Она поиграла в нее и решила мне сделать коллекцию. Мне очень понравилась коллекция, особенно Хейли, Эдвард и Дуболот. Да. Следующая коллекция была «Приготовь». Мы готовили с вами сэндвич. Да, и здесь у нас были вот такие еще ингредиенты, они просто не вместились. А вторую страничку для двух ингредиентов я не хотела заводить, поэтому да. Следующая коллекция «Вопрос-ответ». Это у нас коллекция просто была ради прикола. Вот, можете почитать. Здесь уже намного поменялось. Коль любимый мультик Наруто, потом Stranger Things, это сериал, потом волейбол, любимый блогер ПБС Нелли Гомес и Дада 15. Как я думала, в деле просто сижу и мечтаю, сейчас я просто сижу и ничего не делаю. Есть питомец дома? Да. Нет, пока мы их, пока нет их уже. Какие блокноты есть? Много, ребят, у меня их много, поэтому могу снять видео об этом. Любимый персонаж из Наруто, Наруто, Саски, Какаши, здесь я тоже поменял, потому что Баруто, Наруто и Химавари. Чем рисуешь? Скоро будет видео, скоро, да, ребят, у меня так и не вышло. Где-то сейчас я у бабушки, но я скоро буду бабушкой, но сейчас я не у бабушки. Выключатели. Мне тоже продала идею Дада 15. Вот такие здесь были. Выключатели. Вот, их всего было 8. Мне больше нравится вот этот и вот этот. Все. Следующая коллекция была Back to School тогда. Вот здесь были портфельчики, ручка, потом у нас была дневник,
Портфель, дневник и ручка. То есть два портфеля, четыре портфеля, два дневника, две ручки. Вот. Это я делала маркером. Да. Спонжики. Вот такая коллекция была. На одну страничку. 9 спонжиков было. Мы долго собирали, я помню. Мне нравится вот этот. Это манго вроде бы, я не помню. Авокадо. Лайки. Ладно, шучу. Тикток вообще краш. Человек-паук, арбузик. Вот это и сердечки. Как нарисовать лицо, я до сих пор не вырвал эти пакетики. Наверное, я их оставлю, потому что, ну, они краш, ребят. Мне кажется, да. Особенно она, вообще крашиха и она. Я их, наверное, ставлю, но, в принципе, коллекция была прикольная, как нарисовать лицо. Здесь были пакетики в каталоге, а я их постепенно забывала открывать. Потом вот были поэтапные штучки нарисовки, зарисовки. Вот. Я здесь написала результат, да, вот. Ой, предпоследняя вроде бы коллекция, да, это предпоследняя коллекция в этом каталоге. Я помню, мы ее недавно открывали, прям на Новый год. Это открытки на Новый год. Такая коллекция была в Дани 15, но я не знала, и я решила сделать, такой думаю, будет прикольно. А потом смотрю, и в Дани она есть. Да, первая страничка вот такая. Приоткрыть мне нравится. Потом у нас открывается здесь, я не буду спойлерить. И три коллекции, три, да. Вот такие три открыточки, вот это вообще краш. И это Дед Мороз, брат, вы что? Дед Мороз вообще краш, вот. Это типа его продолжение, там вот. Так, и вопрос-ответ тоже последний. А, вопрос-ответ, and правда ли действие? Да, просто такие воспоминания. Вопрос-ответ, вот. А сложно в новом городе? Нет. Ну, какую читаешь книгу? Stranger Things. А, любимый мультик, фильм, сериал. Ну, я не буду отвечать, просто прочитайте. Я отвечала все просто в видео. Поэтому смотрите. Да-да-да, ссылка в описании будет, в кавычках. Правда ли действие? Спел любимую песню, не спел вроде бы. Удали Инстаграм, удалил, но опять скачал. Открой любой пакетик без видео, я его открыл. Вроде бы Бравл Старс. Пересмотри первый сезон Наруто. Это я еще не выполнила, потому что я сейчас досматриваю четвертый сезон волейбол, а потом хочу Хантерс Хантер посмотреть. Правда будет новый каталог? Да, конечно, будет. Действие, напиши маме, что ты ее любишь. Я вроде бы написала, но я не помню. И вот такая у нас страничка, я украсил пакетиками. Все с этого каталога, но это с нового. Это вот фудкет, это со старого каталога. Добряк, перчик, открытие, выключатели тоже со старого каталога. Леди Баг тоже со старого каталога. Амогус с нового каталога. Сюрприз от Клякса Кэт с перчиками, просто краш. Яички. Тут Амогус, Патрик, Бравл Старс. Ну, в общем, куча просто пакетиков. Добряк, завтрак, воспоминания, украсть каталог. То есть все. И здесь я больше его не заполнял. Вот так вот. Вот столько идей. Если вы хотите, можете их убрать, рисовать. Что хотите с ними, делайте. Брать себе на канал, но не забывайте упоминать меня. Спасибо всем за просмотр этого ролика. Спасибо то, что вспомнили со мной старые мои коллекции. Всем спасибо и всем пока-пока. Не забудь про лайк. Пока-пока.